Привет, дорогие друзья! Как остановить мысли за 15 секунд? То бишь, как остановить внутренний диалог, постоянную болтовню в голове? Зачем это делать, чтобы воспринимать действительность такой, как она есть, а не воспринимать ее с помощью ума, который на все вешает ярлыки и рассказывает вам, что есть что. Допустим, вам нужно принять серьезное решение, и вы его хотите принять сердцем, а не головой, то есть умом, и сразу понеслись мысли в голове. Тысячи мыслей, а результата никакого. Нужно отключить ум. Тогда сердце подскажет, что делать. Итак, способ номер один. Нам понадобится 4 ручки или 4 карандаша. Зажимаем ручки между пальцами, так как показано на видео, и сжимаем их. Теперь попробуйте в этот момент найти в голове хоть одну мысль. Поищите хорошо. Можно поочередно сжимать левой и правой рукой. 15-20 секунд. Если у вас есть мысли, обязательно напишите в комментариях. Способ номер два. Дотроньтесь кончиком языка до верхнего неба. Ну как, есть мысли, нет? Способ номер три. Направьте свое внимание на какой-нибудь объект. Это может быть стул, стол, потолок, люстра. Сконцентрируйтесь на этом предмете на 15-30 секунд, направляя луч внимания именно на объект, и удерживайте внимание. Друзья, ну как, есть мысли в голове? У меня нет.